что тут у нас? К этому развертыванию пришлось подойти во всеоружии. Эй, поздоровайтесь. Эй, привет. Хей, здрасте. А зачем нам столько команд? Ну, нам же нужен сетевой телефон, видеонаблюдение, контроль доступа к дверям и интеграция со всеми системами. Да, но разве это не перебор для одной среды? Ну, да. Каждому приложению нужны свои специалисты. Вот команду и собрали. А самостоятельно вы никак не могли сделать все это? Нет. Человека, способного развернуть и управлять каждой системой, просто нет. А зачем нам отдельные системы? В смысле, с Unify настроить камеры, телефоны, доступ к дверям или даже инфраструктуру здания, так же просто, как настроить Wi-Fi. Единый процесс установки и управления через Unify OS. А я тебе говорил, так и надо. Нет, это я тебе так говорил. Я постоянно это говорил. Хватит, хватит. Ну вот, ты его расстроил. Простите. А я говорил про двухнедельную гарантию. Нет, не говорил. Ну, теперь говорил. Спасибо. Спасибо. Да, давай пойдем. Я же с вами. Обращайтесь к нашему дистрибьютору на сайте wifi.kz.